23 ноября 2024 год. По поводу комментария, а вы уверены, что это Путин, а не двойник, тройник, удлинитель? Ну, в принципе, ребят, это не имеет значения, правда. Вот я понимаю, о чем вы говорите, то есть на вот этой записи, когда он там про орешник этот рассказывал, да? То есть у Путина там руки не шевелились на протяжении 8 минут, как будто его прибили гвоздями к этому столу. Но это не имеет значения, на самом деле, вы должны понять. То есть в холодильнике он там лежит или еще что-то. То есть, а может это страус злой, а может и не злой, а может это дворник был, он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новой метлой. Пластилиновая ворона, классный мультик. Не имеет значения никакого. Есть какие-то люди... Там, может, он нарисованный, может, это аниме, может, это там АИ. Не важно совершенно. Важно, что есть люди, есть финансы, которые приходят сюда, в Украину, там, убивают нас, стреляют, пытаются захватить наши территории. Вот это существенно. Нам надо обращать внимание и возрадуемся по этому поводу, что после того, как он лупанул этим орешником, доллар стал внезапно 104 рубля. Ну, то есть, да, был там сколько, 80-97, что ли, стал 104. Ну, не помню точно. В любом случае, там, в 21 году это... В 13 году это было 33 рубля. Сейчас это, ну, то есть, втрое с лишним, в 3,5 раза там упал по сравнению с тем, как аннексировали Крым россияне. Я говорю, что сейчас уменьшается резко стоимость доллара. Стоимость рубля по отношению к доллару. Это важно. Это существенно. Это поможет нам там с этой российской нечистью бороться. Что важно? Важно, что выплаты раненым россияне уменьшают. Да? То есть они как сказали? То они всем платили по 3 миллиона. Легко раненым, тяжело раненым. А сейчас они только тяжело раненым платят. Там, 3 или там, 4 миллиона платят. Но тяжело раненых меньше, правда? Чем раньше было легко раненым платили 3 миллиона. Сейчас 100 тысяч. Понимаете, разница какая? То есть явно у них уже начинается вот эта вот фиготень с тем, что денег все меньше и меньше. То есть почему там Набиуллина там вкладывает там 2 триллиона сейчас рублей в то, чтобы помочь поддержать этот самый промышленность российскую военную. Это инфляция будет. Почему ставка там 21 и будет и 23 еще и больше 100%. Почему разговор идет про замораживание вкладов? Так как мне уже 610, я прекрасно помню, как это все происходило в Советском Союзе. Что тебе не давали снимать там эти вклады, там 500 рублей больше не снимаешь, да? Это важно. Важно, что у них там этот Шахназаров, вот этот клоун, блин, говорит о том, что а мы ж с Мосфильма дали вам реквизитные танки, чтобы воевали. Министерство уже обороны надо. Понятно? То есть то, что нам сейчас дают в ВСУ, я вам даже рассказывать не могу. То есть из американского вооружения. Ну, дают. А им туда дают с Мосфильма декорации. Понимаете? Вот это динамика. Вот это надо стоит, ну, там, внимание обращать это, по этому поводу, как бы... Уныние, которое там очень многим украинцам присуще. Ну, это же видно, да? По поводу того, что там где-то отступают там... Ребят, смотрите динамику. Смотрите, что на третий, там, четвертый уже скоро пойдет год войны. То, что собирались брать за 3 дня, они за 3 года как бы положили тут 1200 уже трупаков своих российских. И что-то не похоже на то, что они будут захватывать завтра Киев. Вам не кажется, да? Все нормально, не понимаете, если буду Украина. А там двойник, это тройник, четверник там какой-то. Блешивая моль, а может и за страус злой. А может и не злой. Все буду Украина, не понимаетесь.